Здравствуйте, дорогие друзья. Энциклопедия наша показывает последнюю страницу из цикла передач об Иване Петровиче Иванове Ивано. Сегодня вы познакомитесь с замечательным фильмом «Сеча при Керженце», а также с фильмами «Аве Мария» и «Волшебное озеро». Хотя наверняка многие с ними уже давно знакомы. И в кадре сегодня будут ученики Ивана Петровича, ставшие нынче знаменитыми и замечательными режиссерами и художниками сами. Иван Петрович гулял по своему полю. Это был для него луг, где все цветы были знакомы. И в этом плане он меня просто поражал своими знаниями. И иногда он вдруг откуда-то вытаскивал из своей памяти такие вещи, которые, да уж не просто давно забыты, они никому не нужны. И он говорил о таких вещах тонких, которые просто мультипликации на ту пору и не проходили. Отец ездил в Италию. Здесь у нас не было еще цветных телевизоров. А там он был в гостинице, жил. Его принимал художник Галлярди. Что-то в этом, да. Вот, и он ему, это был богатый человек, и он ему устроил номер в гостинице с телевизором. Папа ничего не мог понимать, но он видел эту кровавую бойню, которую устроили американцы во Вьетнаме. Он приехал и сказал, что он должен сделать об этом фильм. Это что-то страшное. Он приехал под страшным впечатлением просто этого. И вот тогда он начал этот фильм, и как раз... Ну, чтобы его как-то развеять, я взяла билеты на Гуар Гаспарян, и вот она пела эту «Аве Мария», и вот связь тех страшных, вот это соединилось, и пошла «Аве Мария». Всегда, ну, смотрел вот в корень каждого явления. Когда мы начали делать, ну, какие-то там первые рисунки, то тоже он говорил, здесь же нужно показать, что земля горит. То есть вот просто американцы там бросают бомбы, горит земля. Не просто здесь какие-то там, ну, не знаю, там человечки бегают. То есть как бы образное восприятие. Вот, скажем, есть замечательное там вьетнамское искусство,
и замечательная архитектура, и вдруг это все превращается в пепел вот из-за вот этих вот недоумков, которые на своих там уродливых вот этих танках, там, самолетах врываются в прекрасную, мирную, идиллическую, гармоничную жизнь. Как родилась идея этого фильма. Иван Петрович сказал, что меня раздражают эти американцы, которые бомбят вьетнамцев там, в тысячах километрах от своей Америки. Я этого терпеть не могу, я должен сделать об этом фильм. И, значит, его, конечно, увидят все, и война прекратится. Это обязательно. Ситуация уже была такой в мире, что уже были сплошные демонстрации, протесты и в самой Америке, и везде. То есть уже эта война всех достала, но, видимо, этот фильм был уже последней, скажем так, каплей, и как только закончилась работа над фильмом, закончилась и Вьетнамская война. Прикинулся, это был, значит, вот это был фильм, на который меня Иван Петрович пригласил в качестве сорежиссера. Дело в том, что этот фильм задумывался им в объеме. Но когда я в это дело внедрился и посмотрел там количество вообще кукол и всего, что здесь завязано с куклами, действия, то я сразу предложил это все перевести на плоскость. По существу, в общем, я просто, не заглядывая в сценарий, изменил всю конструкцию в этом смысле. И начал самостоятельно работать с Мариной Соколовой. И, в общем, я сейчас так говорю, как бы в отсутствие Ивана Петровича, но и Марины Соколовой уже нет. И как будто бы некому доказать, я не для того, чтобы выпятить себя в этом смысле. Идея все равно принадлежит Ивану Петровичу, это была его идея музыкального такого фильма. Но все пластические задумки, они все были как бы переделаны заново и заново подчинены уже совершенно другой живописной фактуре, живописной конструкции. И вся как бы живопись этого фильма, она уже делалась не по эскизам, а она просто делалась по ходу, вот так, как подсказывает, вот так она идет. Понимаете, Иван Петрович, он был человек как бы, ну, человек плоти, он очень хорошо это все понимал. А здесь был тот фильм, который должен был быть на грани плоти без плоти, то есть, ну, он должен как бы дрожать вот в этом пространстве. И когда фильм завершился таким вот хэппи-эндом, это, конечно, меня жутко раздражало. И мне, я тогда не смог объяснить, что фильм этот должен был быть, если у него и может быть счастливый финал, как бы, то только в некоем представлении, которого не может быть никогда, но как некое ощущение, предощущение. И вот тут мы с Иваном Петровичем, конечно, разругались со страшной силой, и вот тогда я впервые хлопнул дверь и сказал... Там еще рисованная вставка. Ну да. Я сказал, да, значит, вот заканчивайте фильм сами, Иван Петрович, больше я к нему не прикоснусь. Это была жуть какая-то. Из монтажной убежал. Но потом как-то ничего. Вот в этом плане, кстати, Иванов очень, конечно, хороший дипломат. Он как-то все это сумел так сделать, что мне самому потом стало неудобно за свой скандал. Но, в общем, в результате это все было довершено и сделано. Сейчас я смотрю на это кино и думаю... Как же это приходили многие нахальные идеи, как они влетали в голову? Наверное, по наивности, я так думаю, поскольку не рассуждал, да, просто делал все. Кстати, в этом фильме работала замечательная художница Марина Соколова. Она не так долго проработала в мультипликации, всего-навсего в «Левше»,
в фильме «Поди туда, не знаю куда», и в «Сече». Она умерла очень молодой. Она была женой Валерия Левенталь, знаменитого художника театрального. Юра Нарштейн говорил, что Марина в работе была необыкновенно легким человеком, да и в жизни, в общежитии. Она была легка в общении, без амбиций. И была совершенно не эгоистическим человеком. Доброты была необычайной. И в работе она могла переделывать сколько угодно ради того, чтобы был достигнут замечательный результат. И результат вот он, налицо. Вот тогда, когда погибают воины русские, было сделано до 25 дублей разной соляризации, чтобы устроить Ивана Петровича та цветовая тональность, чтобы вот эти фиолетово-пурпурные, а то они были более яркие, понимаешь, более мрачные. Наконец он выбыл из всех этих вариантов. Это делал как раз вот Нейман, Юра. Оператор Юрий Нейман, о котором только что сказал Иосиф Боярский, делал в этом фильме замечательную соляризацию. Вот результат на экране. До этого он сделал соляризацию для фильма «Тени забытых предков» еще в 65-м году с режиссером Параджановым. Сейчас Юра Нейман работает в Соединенных Штатах Америки. Я знаю один его очень хороший фильм «Жидкое небо». Вот как о своем фильме пишет сам Иван Петрович. «Сеча при Керженце» – фильм героический. Это страница истории Руси. Здесь нет какого-то определенного героя. Героем фильма является русский народ. Образ собирательный, воспетый еще в древних сказаниях и легендах. Эта тема получила яркое воплощение в старинных фресках, росписях, иконописи, произведениях огромной духовной, эпической и художественной силы, что и определило изобразительный строй нашего фильма. У нас на съемках «Волшебное озеро» было масса сложностей. Дело в том, что это первый стереоскопический фильм. И возможности съемочной камеры были очень ограничены. И когда Иван Петрович в громадную любовь выстраивал по своим эскизам, а вообще с таким наслаждением он делал дома эти эскизы, ведь он их сделал 16 эскизов вот таких полос. Да. И были выставлены на худсовете, и все поразились этими, как вот это он делал. И он выстраивал абсолютно точно, так сказать, по этому эскизу. Аппарат это не берет, декорацию. Он сказал, нет, это будет все плохо. Картина получилась довольно-таки интересная. Очень хорошая сцена с Бабой-Ягой и с Кикимовой там были проделаны. Но каждый день были скандалы с оператором. Нет, это не входит в кадр. Нет, это надо ближе. Ближе ему не нравилось, Иван Петрович. Нет, это не получается композиция, которая мне нужна.
И поэтому картина снималась дольше, так сказать, всех нормальных сроков, потому что в день снимали очень маленький метраж из-за этих самых значений. Причем мы просили поменять камеру, так сказать, на более совершенную. И совершенная камера все равно не позволяла делать то, что хотелось. Иван Петрович размышляет так. Время летит быстро. Нас, первых энтузиастов, обратившихся к мультипликации, было в сущности немного, не больше десятка. Каждого привели сюда различные мотивы и побуждения. Но все мы находились под гипнозом новой киноформы, такой загадочной и волнующей. Мы понимали, что под нашими неловкими и неопытными руками происходило великое таинство рождения нового вида искусства. Мы тогда думали в основном о том, где бы достать, как выкроить лишний десяток метров пленки для новых экспериментов. Кажется, это было совсем недавно, настолько свежи в памяти события тех лет. Уходят детали, забываются факты, но все же время бессильно над памятью о тех молодых годах. «Волшебное озеро», этот стереоскопический фильм, он практически нынче не существует, поскольку нет у нас больше стереоскопического кинотеатра. И эта копия собрана буквально из крошечек, соткана. И уж извините за качество. Эпизод базара, который, собственно, начинается-то он немножко раньше, но нам важно разработать всю монтажную концепцию с торговцами. А эти уже стоят неподвижно. Да, и они даже смотрят. В кадре Иван Петрович со своим постоянным художником Львом Мильчиным. Движение справа налево происходит по одной простой причине. Что там кони, продаются кони. Там дива, на который смотрит народ. Весь народ стремится туда. И даже потом в конце этого проезда, как мы видим, царь не может проехать, потому что народ закрутил. Вот сейчас. Гости лаки опирают, лют крещеный закликают. Вот на этих же кадрах из этого же фильма, только первой версии 47-го года, я начинал одну из передач об Иване Петровиче. И сейчас вы видите, да, опять эти кадры цветные в последней версии «Конька-горбунка». Это поистине русский народный фильм. Но Иван Петрович никогда не кичился вот этим званием. Это, сказать, когда Битман, ему наш директор картин, подходил, он говорит, напишите просто Иванов-Вано. Так сказать, у него не было вот такого. Ну, потому что под этим Иванов-Вано подразумевалось все остальное. Да. Thank you.
Это последний папин эскиз. И он является отражением таким немножко фантастическим. Учтите, что папе было уже 87 лет, когда он делал эту работу. Это случай реальный из его жизни. Когда в начале сентября 86 года мы поехали на дачу, он уже плохо ходил. Рыбу ловил? Рыбу ловил, за грибами ходил. И вот мы завернули с Можайского шоссе к себе на дачу, Иван Петрович начинает вылезать у меня из машины. Я пойду за грибами. Мы старались уже ходить с ним вместе. Я говорю: пап, сейчас довезем, выложу холодильник, и тогда пойдем с тобой. Нет, еле я на ходу скажу. Я говорю: Володька, оставляю машину, только мне скажи, как ты пойдешь, чтобы я знала, как ты пойдешь. Ну, мы приехали, разложились, я начала, сготовила обед. Нету. Володя, иди его ищи. Володя взял велосипед, поехал его искать. Приезжает, нету. Время уже 5 часов, начало 6. Идем до околицы, встречаем Вадима Курчевского. Он говорит: о чем ты думаешь? Через час, через полтора уже будет темно, это сентябрь. Давай, созывай людей, пошли искать. Как он себя должен идти? И вот мы развернулись цепью. Помогли соседи, молодая пара у нас, с прусики. Начало темнеть, мы идем, один участок леса прошли, другой участок леса прошли, пусто, третий участок леса, и нашли. Это было чудо. Значит, у него отказали ноги. Это был первый сигнал вот той болезни, от которой он погиб. Это было, произошло в 3:30. И с 3:30 он там, значит, ползал на коленках, пытался ползти сначала по лесу. А потом он понял уже, что он не может идти. И он начал устраиваться. На ночь ломал ветки, значит, там нижние, себе делал логово. Я говорю: пап, и тебе не было... А я знал, что ты меня найдешь. Сказал. Что утром ты меня обязательно найдешь. Потом Володя и вот эта молоденькая девочка пошли за машиной, а ее муж со мной разожгли костер. И вот в память об этом вот папа и нарисовал эту картину, такое чудовищное бревно, раскоряка, которое похоже на крокодилью пасть. Луна абсолютно ясная была, полнолуние. Она немножко, конечно, сказочная, как все, что делал отец, но это последний его привет. Дорогие друзья, вот сегодня мы ставим точку в передаче об Иване Петровиче Иванове Ивано, богатыре и ровеснике века, магикане нашей отечественной анимации. Конечно, хотелось бы рассказывать о нем еще много и долго. Его фильмы, кстати, весьма подходят к этим длинным зимним вечерам, потому что фильмы его, как правило, все полнометражные. Ну что ж, всему приходит конец, даже вот такому замечательному, мне кажется, делу. Но мы прощаемся с вами на неделю, а в следующий раз, перед самым Новым годом, мы, надеюсь, с вами повстречаемся еще разок и посмотрим, как в разные годы разные режиссеры-мультипликаторы делали одну и ту же тему. Тему великолепного, самого, наверное, теплого праздника, зимнего праздника, встречи Нового года. И перемежаться эти кадры будут хроникой, тоже такой исторической хроникой, как в разные годы с начала века люди праздновали Новый год. Мне кажется, этот материал очень, я вам скажу, очень замечательный и интересный. Что ж, желаю вам встретить Новый год радостно, чтобы он в дальнейшем себя оправдал. Что ж, с наступающим Новым годом! До скорого! До свидания!